Здорово! Сегодня я покажу вам очень классный, очень эффектный фокус с картами, который не потребует никакой подготовки. Но тот эффект, который он демонстрирует, это просто бомба. Мы берем колоду карт, перетасовываем, даем зрителю перетасовать. И теперь выбираем для фокуса, открыто для зрителя, 4 карты, которые нам необходимы. Это вот у нас 4 туза. Первый туз, второй туз, третий туз и сейчас где-то будет у нас 4-й туз. Вот оно. 4 туза мы берем, показываем зрителю самые обыкновенные 4 туза, показываем с рубашки, даем зрителю в руки проверить, то есть нам скрывать действительно нечего. Откладываем тузов, теперь будем производить все манипуляции с колодой. Просим зрителя сказать стоп, например здесь, он запоминает карту, и мы ее вот таким вот образом затасовываем. Подсняли несколько раз, и с колодой мы произвели все движения, которые должны были сделать. Берем 4 наши туза. И теперь смотрите, я вам сейчас покажу очень классное навязывание мысли. Вот смотрите, думайте, пожалуйста, о своей карте. Думайте постоянно. Вот прям представьте ее перед своими глазами и, я думаю, хватит. И теперь мы берем 4 туза, и какого бы я вам туза не показал, это вам будет казаться, что это именно карта ваша. Действительно, это будет так. Но теперь смотрите, не думайте о своей карте. Я вам показываю туза. Но на самом-то деле я показываю вам 4 туза, которые мы заранее подготовили. И что самое интересное, я могу вам даже по одной карте показать. То есть тут действительно скрывать нечего. И теперь попрошу вам сказать любого туза, который вы захотите. Например, туз бубен. И теперь смотрите, я показываю вам первого туза. Показываю второго туза. Третьего туза. Туз черви, туз пик, туз крести. Здесь туз бубен? Нет, здесь карта зрителя. Но мы берем колоду, раскрываем вот таким вот образом ленту и показываем зрителю одну перевернутую карту. И это у нас будет туз бубен. Вот такой вот классный эффектный фокус с картами, супер действительно телепортация карты зрителя на того туза, который зритель скажет. Все очень круто, все очень эффектно. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч, пока.